Всем привет, ребята! Сегодня с вами Максим и на канале Супер Макс Пэй. У меня для вас очень плохая новость. Все, наверное, знают, что YouTube уже это заблокируют. Да, скоро уже заблокируют. Многие блогеры это говорили об этом, но мне придется тоже об этом начинать говорить. Да. Мне очень жалко то, что YouTube заблокируют, так как мы с американцами не дружим. YouTube, это же ведь это американцы придумали YouTube. Именно поэтому они хотят заблокировать. После того, когда 2 года назад началась война, американцы хотели уже отключить YouTube, заблокировать его. Да. И почему мы? Почему? Я не понимаю, конечно, почему. Что мы сделали им, если на Украине была война, мы даже с Украиной не воевали. Это 2 года назад было. В чем мы-то тут виноваты? Я не понимаю, конечно, но придется так. Придется мне теперь. Я теперь буду выпускать ролики в Рутубе. Да, несмотря на надпись, то, что там написано по-английскому, это все равно русское приложение. Русские-то, конечно, наверное, уже не заблокируют YouTube. Поэтому, если вы хотите смотреть меня, то, пожалуйста, сделайте это, скачайте YouTube. Если что, вот такая аватарка у YouTube, да, подпишитесь, пожалуйста. Именно поэтому, пожалуйста, чтобы меня реально не потерять, еще можете подписаться на мой Telegram. Где-то это QR-код будет где-то здесь. Точнее, да. Он будет где-то здесь. Я подумаю, какой QR-код именно вставить. Вот. Да, и на YouTube канал я буду снимать так же, как и снимал. Только я попытаюсь вернуть те видео, которые у нас были. Да, я попытаюсь вернуть видосы, которые я переснимал, когда еще YouTube не прям совсем отключили. Вот. Именно поэтому я попытаюсь, конечно, видосы эти перезагрузить на YouTube канал мой. Там все будет так же. Описание такое же, аватарка такая же. И название моего канала тоже такое же будет. Да, название канала моего тоже будет такое же. Все будет так же, только если я не смогу перевести видосы, которые у нас были, то я не хочу это говорить, но нам придется попрощаться потом с половинами видосов. Хотя не с половинами, то реально. Помните, как мы начинали это все? Да. Конечно, есть хорошая, есть плохая новость. Это как раз я смогу, наверное, перевести ролики с Ютуба на Рутуб, да. А вторая плохая новость, я, наверное, не смогу это сделать. В Рутубе все так же почти, как и в Ютубе. Только YouTube это английское приложение, а вот YouTube это русское приложение, да. Несмотря на название, на то, что оно по-английскому написано, то все равно это русское приложение, да. Если честно, я подумал сам то, что это английское приложение. Потому что, сами понимаете, на английском написано, и вот. Вот, именно так. И так что подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, чтобы меня не потерять. Ну и еще подписывайтесь на мой Telegram-канал, чтобы тоже не потерять меня. Всем пока.